Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, с вами снова Дезертир, и, как вы понимаете, уже видите, это Warhammer 40000 Dawn of War, Winter Assault. Ну и давайте его будем проходить. Здесь есть выбор выбрать порядок, либо хаос. Так как я проходил прошлую кампанию за, скажем так, порядок и космодесантников, и эту же я хочу пройти и начать все-таки с хаоса. Хотя вот я не помню, есть ли разница. Давайте попробуем. Точнее, я буду проходить порядок хаос через одну миссию. Лорн 5. Ледяной мир, затерянный на окраине исследованной части галактики много лет назад, был захвачен объединенными силами хаоса. Орда орков вела непрерывные сражения с лордом хаоса Крулом и его войсками, даже не подозревая, что находится под самыми их ногами. Затерянный в заброшенном городе ждал своего часа имперский титан, с помощью которого орки могли бы навсегда изгнать лорда хаоса с планеты. Вождь войны вступил в бой и начал объединение разрозненных сил орков в единую орду. Вот так вот все это происходит. Я не знаю, на самом деле, как я буду выкладывать серии, посмотрю еще. Но, скорее всего, поочередно одну за одной, наверное, это будет логичней. Давно бьемся с этими хаосами. Они посильнее имперцев, которые были до этого. Слишком сильны для нас. Нам нужно бежать от них. Да ты струсил, последний трус! Да они всего лишь человечишки! У тебя совсем нет мозгов. Я говорю, надо бежать. А я говорю, что надо заткнуться. Здесь один вождь, я. Вопросы? Отлично. Нам нужно больше парней, чтобы наша игра оглушила хаосов. Это первый из пяти больших кланов. Чтобы они пошли за нами, надо разломать их агитпункт. Проучим их. Наша игра сильна! Я силен, как орк. Нет, в жизни так, орка есть три вещи. Орка. Битва, еще раз битва, да, и агитпункт. Если орк видит агитпункт, да, он готов сражаться. А если разрушить этот агитпункт, то все эти орки будут подчиняться только мне. Так, я собираю огромную армию. И чтоб она была огромной, мне не нужно всех поубивать, а нужно, чтобы они воевали за меня. Поняли? Такого великана нелегко убить. Будем просто разрушать агитпункт. Готов к драчке. Готов к драчке. Люблю орков, блин, веселые ребята. Это, наверное, моя любимая раса все-таки здесь. Они в нас стреляют! Как мы уже говорим, наша задача разрушить агитпункт, а не атаковать. О! Это моя база. Слышите, сыч гречного? Сделаем это по орке. Видите, я не атаковал, да, то есть просто захватил, и они присоединились ко мне. И самые большие. Все элементарно и просто. Я силен, как орк. Так. Как? Я ничего не делал. Я могу построить бараки. Теперь это место принадлежит оркам. Уже бежим. И я могу построить дозорный пост. Время строить. Время строить. Хочу быть с ребятами. Хочу быть с ребятами, сказал наш
веселый орк. Кстати, чтобы добавить бойца у орков, у них в этом плане очень интересная система. Нужен вот такой пункт построить. Причем, чем их больше, тем больше юнитов, по-моему, я могу строить, насколько я помню. То есть, вот такие вагхи. И с помощью них они, кстати, прокачиваются. Свинцометы, большие свинцометы наиболее эффективны против пехоты. Так, вот здесь вот куча вообще ресурсов. Огромнейшая. Вообще, компания за орков, которая вот здесь вот проходит, я ее, к сожалению, не проходил, насколько я помню. Вот, я как-то, в принципе, по-моему, просто играл сразу. Хочу быть с ребятами. Не парился, ладно. Неважно. А вот. И поэтому орки я эту компанию не видел. И самые большие. Да, вот орки самые сильные, самые большие. Я силен, как орк. Нас атакуют! Два орка! Вот, а вот этих все-таки придется убивать. Хочу драться. Ничего страшного. Я силен, как орк. Нет, как два орка. Видите? Силен, как два орка. Сейчас для вас все сделаем. Давайте-ка построим еще парочку. Все равно это полезно. И помимо... Помимо, что мы здесь можем сделать? Дозорный пост мы построили. Дегенератор еще. Попробуем сделать рубак. Чего тебе надо? Готов к драчке. Еще так эдак один отрядик. Так, захватываем. Нет, не бейте нас. Вы здесь, шеф? Чего тебе надо? Так, и... Движусь. Что? Что? Проснись, ребята. Время для битвы. Ну как скажете, что это было? Загорка и морка! Загорка и морка? Окей. Уже отлопаем. Босс! Становится жарковато! Стреляй! Убивай! Неправильные орки! Не дерутся, а только собираются. Я же дерутся сворочный другой день. Поломайте их один пункт, на котором навешаны разные шестеренки. Это заставит их вступить в армию Баркуца. Вот, нам наша задача, по сути, просто постоянно атаковать, как бы, и не париться. Отвали. Чего тебе надо? Отвали. Вот не помню, там у них ближний бою атака, по-моему, лучше. Хочу драться. Хочу быть с ребятами. Готов к драчке. Вот он, готов к драчке, он прям. Готов к драчке. Знаете, я просто хочу попробовать захватить не... Это война и победа. Я силен. О, это моя база. Два орка. Орки сильные самые, как и скажете, самые большие. Вот видите, все-таки таким образом это получается интереснее. То есть когда вы, так про него, когда вы захватываете, но при этом особо там не атакуете. Давайте даже. Захватим эту точку. Это будет правильно, наверное. Орки сильные самые и самые большие. Так, заодно возьмем вот этих. Движусь. Шхворень готов. Это хорошо. Шхворень готов! Как он только что сказал про себя. Тебе это место принадлежит только. Так, у нас есть основное выбранное подразделение. Кто они? Банда стрелков к нам добавилась, которая, кстати, у нас так по себе, сами по себе нет.
Ты сказал, давайте сделали. На троечку их запишем. Движусь, уже топаем. Орки, орки. Здесь еще одна база. Орки, ну, на эту орки, мы уже просто орки, нападем. Орки, орки. Но вопрос, почему на эту мы нападем? По той причине, что... Потому что мы можем. Поэтому мы просто берем и нападаем. Мы здесь мерзнем, а у них полно огня. Надо разобраться с этими поджигателями. Найдите агитпункт с огоньками и поломайте его, чтобы эти парни пошли за мной. Так, ломаем огнепункт. Мы здесь, главное, говорит, мерзнем, а у них есть огнеметы. Ужас. Еще одна моя база. Готов, красавица. Меня зовут Топтала. Топтала его зовут. Послушайте просто. Загорка и Морка. Загорка и Морка. Собственно, мы можем теперь каждому из них пить поджигалу. Или как она там, поджигу. И это будет круто. Это будет реально круто. Меня зовут Топтала. Еще большой свинцовый пулемет теперь доступен. Теперь это место принадлежит оркам. Орки, 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 орки. Меня зовут Топтала. Ну что, пойдем дальше. Посмотрим, что нас ждет чуть далее. Там как бы видна карта. Ты сказала, мы сделали. Я сказала? Нет, я сказал. Проснись, ребята. Мужик, время для битвы. Ладно. Да я не помню одного, сколько какой там максимальный лимит, кстати. Сварочная свалка пушек. Там есть свалка пушек, да? Ага. Увеличивает урон, наносимый стрелками и прочим. Отлично. Орки, орки, орки. Вот, я могу. Что это было? Увеличить урон. Где еще дерутся? Ребятам. Каков красавец, а? Шхворень готов! Шхворень готов! Ну как скажете, проснись, ребята. Время для битвы. Так. Чего тебе надо? Да ёпарсатэ. Танкетка навсегда в самой свалке. Танкетка навсегда в самой свалке. Да ща как начну палить, мало не покажется. Шхворень готов! Нравится это веселое выражение. Что просто ужас. Мы так, лучше ладно. Пойдем подеремся. Все, пойдем драться. Ребята, время для битвы. Танкетка навсегда в самой свалке. Опа-на, а вот и хаос. Мы им уже покажем. Хаосы. Давай, режем. И трупы. Дело. Проснись, ребята. Время для битвы. Отлично. Да ща как начну палить, мало. Правда, не хаосу покажется. С этой частью, с этой стороны мы не пройдем. Ну, давайте сюда. Танкетка навсегда в самой свалке. Собственно, видите, вот это га, это ресурс. Ну как скажете. Пока что у нас не так много парней, чтобы захватить эту базу. Ничего, мы захватим другие и вернемся, когда будем сильнее. Движусь. Ты что, издеваешься, что ли? У тебя уже знаешь, сколько топаем. Народу? Мы как бы все тут захватили, если что. Проснись, ребята. Время для битвы. У
А, нет. Движусь. Вот еще одна. Ну как скажете. Черт, я одну не увидел. Пока что у нас не так много парней, чтобы захватить эту базу. Да понял, ничего. Понял. Мы захватим другие и вернемся, когда будем сильнее. Ага. Нет, не бейте нас. Бейте нас. Уже еще бежим. Еще раз повторюсь, что я не помню. Шхворень готов. Шхворень готов. 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 Ага. Меня зовут Топтала. Топтала его зовут. Поняли? Эти парни поклоняются огромной ракете, которая стоит рядом с их базой. Теперь они будут поклоняться мне. Если мы разломаем их агитпункт с намалеванной на нем ракетой, у них не будет выбора, кроме как вступить в мою... Мы же все умрем! Шхворень готов! У меня есть еще одна база. Ой, очень большие ворота. Ладно, парни, но если мы уже так далеко от дома, поломаем их и вся недолго. Войдем и возьмем мастодонтов. Очень крепкие ворота. Нужно загасить свет, чтобы та блестящая штука погасла. Тогда прощай, ворота. Их дегенераторы сложно сломать. Мне нужно несколько ракетчиков. Поняли? Вот такие мысли орков. Готов. Готов. Меня зовут Топтала. Меня зовут Топтала. Топтала его зовут. Так, на троечку опять записываю. Орки, орки, орки. Шхворень готов. Движусь. Готов, шхворень. Так. Ну как скажете. Собственно, из-за того, что я никого не потерял в каком-то смысле, я не могу теперь создавать. Обидно. Да? Сделаем. Будет домик крепким и красивым. Уже бежим. Сейчас для вас все сделаем. Так, попробуем. Сделаем. Сделаем. Создать. Что теперь? Сделаем. Они в нас будем стреляют. Будем домик крепким и красивым. Каков красавец, а? Орки, орки, орки. А, не, стойте, орки, я могу орки, орки, орки. Лучше пойдем подеремся. Каков красавец, а? Ты сказала, мы сделали. Ребята, пора за дело. Большой дегенератор. Давайте-ка. Ну как скажете. Ты сказала, мы сделали. Да мы их пожуем и выплюнем. Пожуем орки, и выплюнем. Орки, 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 орки. Отлично. Так, продолжаем жевать. Ну как скажете, ты сказала, мы сделали. Мне главное танкетки не потерять. Что это было? Ты сказала, мы сделали. С них будет очень сложно. Да еще как начну палить, мало не покажется. Танкетка навсегда самый сладкий. Ура! Страшно, что болит, мало не покажется. Чего тебе всех надо? Подпитал. Покажи нам технику. Собственно, пусть ребята здесь как-нибудь развлекаются. Готов. На самом деле. Готов. О, ракета меньше шкурень.
Сейчас как начну палить, мало не покажется. Долбомет теперь у нас есть. Шпдынг. Мы уже там. Поехали. Конфетка, она всегда самый сладкий. О! Я это сделал. Ворота открылись, нет? Ну. Видимо, открылись. Ага. Там вижу кучу народу. Деритесь! Они будут мертвы только тогда, когда я скажу, что они мертвы! О-оу. Это проблема. Что это там шумит? Лох! Она его сожрала. Вот это веселье! В атаку, парни! Мы победим! Я знаю! Конечно, победим, блин! У них теперь генерала нет. Сделали. Такого великана. Они заперли дрессировщика мастодонтов. Он будет благодарить меня, если я его спасу. Он будет приручать для меня мастодонтов. Так, здесь все разрушено. Отлично. Так, давайте лечилу спасем. Лишних понарежем ремней. Орги, сильные самые. Я и думаю, самые да. Большие. Что лечило, мне они тоже будет. Сильно я благодарен. И на самом деле, в каком-то смысле, я даже благодарен, наверное, раз, то, что они уничтожают моих юнитов, а я могу построить новых. Так, в общем, я поставлю на автоатаку. Лучше будет там. Так, только главное не переборщить, кстати. Конфетка, она всегда самый сладкий. А у меня есть пушка! Пора показать. У меня есть дрессировщик. Но чтобы он поймал мне мастодонтов, к ним надо подобраться поближе. Парни, ваша задача напугать мастодонтов, чтобы дрессировщик смог подобраться к ним поближе и приручить их. Босс, становится жарковато. Сломаю что-нибудь. Их понарежем ремней. Меня не остановить. Так. И что кому отрезать? Чил дает бойцам наркотики, которые делают вот неуспеющими. Бла-бла-бла. Сражайтесь, парни! Поболит мал-мала, но потом станет всегда лучше. Самый сладкий. Мал-мал болит, но потом станет лучше. Опа-на! Конфетка, она всегда самый сладкий. Мы еще как начну болить, мало не покажется! Мал-мал болит, но потом станет лучше. Я еще как начну болит, мало не покажется. Они в нас стреляют. Чего тебе надо? Конфетка навсегда самый сладкий. Конфетка навсегда самый сладкий. Мастодонтами будет сложнее на самом деле. Я еще как начну болит, мало не покажется.
Танкетка, она всегда самый сладкий. Танкетка, она всегда самый сладкий. Танкетка, она всегда самый сладкий. Сейчас как начну палить, мало не покажется. Так, ну чё там? Сейчас как начну палить, мало не покажется. Танкетка, она всегда самый сладкий. Танкетка, она всегда самый сладкий. Понял, я понял про твою танкетку. Успокойся. Сейчас базу-то разнесу этим чертям. Танкетка, она всегда самый сладкий. Босс, становится жарковато. Танкетка, она всегда самый сладкий. Показать так, им пару ну что? Трюков. Танкетка, она всегда самый слабый. Давайте добьемся того, что мы хотели. Еще как начну палить, мало не покажется. Еще как начну палить, мало не покажется. Еще как начну палить, что мало я не говорил, покажется. Парни? Теперь мы стали семейкой. Да и пришло время палить, подраться. Мало не покажется. Покажем людишкам на той заставе, что да такое кра. Мало не покажется. Ох, и приведите мастодонта. Еще да как начну палить, мало не покажется. Посмотрим. Орги, база ракетчиков. Моя. База сварщиков. Моя. База поджигателей. Моя. База мастодонтов. Моя. Слышали, парни? Да что, как начну палить, мало не покажется. Так, уничтожить врата машину, уничтожить штаб хаоса, уничтожить все силы хаоса. Да без проблем, я вам. Танкетка, она всегда самый сладкий. Так, все. Топаем. Да что, как начну палить, мало не покажется. Кстати, что-то можно было там поставить. Возьмите, ребята. Танкетка, она всегда самый сладкий. Да ща как начну палить, мало не покажется. Танкетка, она всегда самый сладкий. Да ща как начну палить, мало не покажется. О! Танкетка, она всегда самый сладкий. Это я понимаю, атака. Еще как начну палить, мало не покажется. Танкетка, она всегда самый сладкий. Боевое пойло! Покажу, движусь. Ага. Танкетка, она всегда самый сладкий. Хватит расчленять. Еще как начну палить, мало не покажется. Боевое пойло! Угорада. Мы же все умрем! Еще как начну палить, мало не покажется! Так, в общем, начинаем. Уничтожать их внутри. Танкетка, она всегда самый сладкий. Да ща как начну палить, мало не покажется. Да ща как начну палить, мало не покажется. Ой, а теперь я что забыл? Еще как начну палить, мало не покажется. Отлично. Еще как начну палить, мало не покажется. На самом деле, к уже имеющимся юнитам... Ребята, надо бы им все-таки вломить. Орки. Старший сварщик. Окей.
банда громил, тяжелая пехота. Пехота, противотанковое подразделение. Ага. Так, ну в принципе я могу потихоньку там все делать, всяких полезных пушки. Могучая броня, мурила, бла-бла-бла. Еще все, все проапгрейдить. Так, точнее, давайте. Знаете, что сделаем? Часть вот здесь вот. Я тебя позолотаю. И вот сюда вот тоже. Чтобы шустрее все это изучалось. Если будет бой, я пойду. Раз нам хватит ну вот такое вот количество. Ты много говоришь, да? Мы готовы пошалить. Глори, это вообще нечто. Там найду? Я самый большой орк. Орки, орки, орки. Так, ну где там? Крепость орков, когда она там будет усаживаться? Когда рядом нету босса, ты слушаешься нас. Босс, становится жарковато. Идем уже. Сейчас они помрут здесь, потому что банда громил, это вообще нечто просто. Они разбить что-то надо. Сюрприз! У них нет ни одного. Смотри, у меня. Почему шустрые. Ты мне приказываешь? Да ведь мозги! Когда рядом нету босса, ты слушаешься нас. Что я прослушал? Нам нужна красненькая краска. Меня много. Почему ты мне приказываешь? О, давайте. Режь, ломай, все разрушай. Когда рядом нету босса, ты слушаешься нас. Хрюк людей. Все главари это знают. Нас атакуют! Так, а давайте-ка нашим союзникам поможем все-таки. Правильно же? Мы тихонько покрадемся! Нас явно! Придется в другой роще! Все главари это знают. Нам нужны главари, которые пошалить. Нас атакуют! Смотри, у меня. Бей! Они слишком крутые. Смотри, у меня. Главарь. Ответка нам всегда самый сладкий. Поехали! Нас атакуют! Ну что ж, вот вам и гнев природы. Ну что, как начну палить, мало не покажется!
Нет, ведь уже иди туда, иди сюда. Ты уже определился. Так. Разбить что-то надо. Иди туда, иди сюда. Ты уже определился. Да не, я не буду определяться. Так, шкорень убийца. Мастодонтов могу произвести. Вообще отлично. Совсем веселые ребята увеличивают урон, наносимый стрелками, рубаками, использующими простые гранатометы. Все-таки его надо прокачать на самом деле. Это большая победа. Я вернулся. И я просто вне себя. Мы доберемся туда. Раздавим их. Ну что ж, я все, в принципе, сделал. Клочья. Все. Они в нас стреляют. Мало не покажется. Да ща как начну палить, мало не покажется. Орки, орки, орки. Танкетка навсегда самый слабый. Да ща как начну палить, мало не покажется. Да ща как начну палить, мало не покажется. Вот такие вот орки берут число. А не качество. Да, да, конечно! Уже еду! Та-да-да-да! Всем спасибо за просмотр, это с вами был Косида Десертир. Пока-пока! Это планета моя! Ну-ка, орки, скажите мне, кто здесь вождь? Гаргут! Ты самый большой и страшный вождь войны. Ты больше Ноздрега. Ты больше Гаскула. Никто не может быть больше Гаскула. Не забывайте. По крайней мере, пока не может. Где мой летун? Мне нужен череп одного хаоса. Лорда Крула.